Добрый день, дорогие друзья. В комментариях читаю, многие пишут, как там наш любимец Раджа. Ну, у Раджи все нормально. Теперь тигрята уже подросли, их отсадили, и Раджа спокойненько себя чувствует, лежит, и мы видим, что на леди Диана теперь ему оказывает знаки внимания, подходит, ластится к нему, а он так то ли важно лежит, то ли спрятался от нее в этом углу. Мы-то с вами знаем, кто хозяин в этом вольере. И, пожалуй, это не Раджа. У леди Ди характер такой, что, как говорится, не побалуешь. А Раджа, он более спокойный такой, несмотря на то, что гламурный такой красавец. Вот. Продемонстрировал нам свои мощные клыки. К счастью, никого этими клыками Радже полосовать не нужно. Леди Ди чуть свою мордочку под эти клыки не засунула. Охотиться Радже не надо, как и другим жителям Тайгана. Их прекрасно кормят, сбалансированный рацион. Все у них хорошо. Поэтому, друзья, мы так и любим Тайган. Так любим его обитателей. Раджа, он очень большой чистюля, красавчик, и постоянно следит за своим внешним видом. Вот у него, друзья, в соседях черный леопард. Черный леопард, а там братец его, братец тоже возмужал, такой стал здоровяк. Тигрят отсадили, у меня такое ощущение, что леди Ди не прочь повторить. Детки у них получились замечательные. Долго мы с вами ждали. И не напрасно. И рыженькие, и беленькие в помете. Тигрятки были все здоровые, крепкие. Так что на следующий год будем ждать от них нового потомства. Всем мира и добра, друзья! Большой привет из крымского сафари-парка Тайган.